Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Нига, Фонтан, Стаканчик, Ниндзя. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться и выживать. Сначала быстренько взглянем на новых монстров, а потом уже начнем бежать в ту сторону. Первый, Old Detective. Он, кстати, вообще не дамажит, я не знаю почему, но он не хочет бить меня. Давай попробуем ему поджопника дать. Пацаны, чё он не бьет нас? А ну стрельните. Револьвер, слушай. А чё они делают? О, смотри, смотри. Отли. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Стараемся поднять вам настроение. И аппетит, говорят у людей, очень хороший. Чё, нормально? Он стреляет или это вы по нему стреляете? Вот прикол. Если ты хотя бы его один раз убьёшь, то он на тебя навсегда обозлится. Да? И не буду я его трогать, пацаны. Сказал, блин, трогай Тарантино. На тебе. У него ни скримера, ничего нет, просто мочи, да? Он прям стреляет в тебя. У него... Я вижу. Револьером стреляет. Четко, четко дамажит. Давайте подсветим немножечко игру. О, мне кажется, лучше смотрится. Пацаны, вы его не можете убить, я так понимаю, да? Жесткий мужик. Ого. Может, он бессмертный? Он тебя схватил вроде бы. А, он сразу дамажит, сразу. Он пофиг кого, он всех лупа. Ого. Ты мне колпострич прописал тебе? Че, кому это? Ух ты. Стой. Ты вообще какой-то неадекватный. Хорошо. Мы поняли, давайте дальше. У нас еще просто есть сюжетка. Рибит. Что за рибит? Эй, жаба вонючая, отвали! Эй, скажи этой жабе, она прыгает, ты видел? Сейчас скажем ему хорошенько. Ой-яй-яй. Зафигачили меня. Ого, жаба прыгает, вы видели? Да. Кстати, она, наверное, по стенам должна лазить. Ой, смотри, лупашит его о пол. Щупальце своей. Ух ты. Я удалю жабу. Жабу удалю. Давайте следующий. У нас кто есть еще из новеньких? The Extra Slide. Вот что это за горка неадекватная? Она еще и телепортируется, смотрите. Бешеная горка. Sorry, не хотелось. Нормально. Она телепортируется, да? Нет, она исчезает. Она становится невидимой. А, это она резко телепортируется. Убили. Убили. Кстати, да, да, на удивление вы горку замочили. Так, у нас еще есть. Что это за урод? Ну такого я еще не видел. Ты помнишь этого челика? Я нет. Нет, никогда нет. Какой-то головатый. Ох ты, вот это псих. Офигеть. На! Пацаны, давайте тогда сделаем классику жанра. Я поставлю очень быстро сиреноголового, и мы сейчас начнем все вместе продвигаться в сторону вертолета. Давайте, блин, я сейчас если быстро, очень быстро его поставлю, мы все сольемся. Ой. Ой. Хорошо, я передумал. Давайте горку бешеную. Мне кажется, она не такая читерская. Сейчас я ее поставлю. Раз, два, три. Итого 4 горки, пацаны. Все, побежали до вертика. Я тоже беру оружие, продвигаемся. Побежали все. Это за Зимасом, что ли, один побежал? Нет, давайте сюда, не туда побежали. Ой, я значит, какого-то человека сейчас буду спасать. Подождите, а где тут этот горка, эта вонючая? Ай, сзади. Вот я вижу. Она тпхается. Эй, бешеная горка. Давайте для прикола еще сиреноголового какого-то поставим. Не имбового. Ой, они дерутся между собой. Психи. Ладно, мочим горок. Блин, он меня сейчас убьет. Нет. Горка уже вот там вот на мосту. Мы уже не там идем, мы не там. Сюда. Где она? Да, дамажит, неплохо так. Слышь, а как мы вертолет садим? Она... О, еще одна! Привели ее с этой стороны.
Надо вот оружие. Хоть бы не убил своего. Наказали! Наказали! Все, первый есть. Еще одна, пацаны, внимательно чекаем. Вот он. А что это он? Это она. Горка. Он? Горк. Нужно спасти нашего. Его все... А, все, поздно, не спастем. А мы можем этот... что мы его можем? Он может к нам прибежать? Или можем залететь, полететь за ним? Сейчас, короче, будет апокалипсис. Нам идут. Так, я иду еще, ребята. Одного вертолета уже нету. Так, садитесь, пацаны, садитесь. Сейчас, короче, я поставлю вдалеке много сиреноголовых, и мы должны будем за короткое время успеть улететь. Жаль, что из вертолета нельзя. А, все, лимит. А, так. Димас улетел, что ли? Нет. Нет, один вертик еще есть. А где Димас? Я вот тут над вертолетом летаю, хочу поставить много NPC-шек. Короче, я сейчас сделаю много сиреноголовых, и мы будем летать с воздуха и их мочить. А, наверное, у нас нету моды, когда сидя стрелять. Да. Но мы добавим. Ребята, все будет впереди. Вот давайте еще вот этих высоких, оригинальных. Все, я сажусь в вертолет. А, быстрее, Димас, они уже идут. Быстрей, быстрей. А где они? Нема их никого. Горка бешеная, вижу там. Ее затоптали. Ребята, взлетай максимально быстро. Это все наши или еще кто-то есть? Я остался. Мы за... Мы за... А где вы? А, ё-моё, вертолет! Ой, блин, это было эпично. А почему так произошло? Я вышел, я в опусти ударил рукой, а не это. Хорошо, давайте, сейчас будет у нас эвакуация. Миша, вся фигня, давай по новой. Садитесь, я на спауне. Придется на спауне? Я сразу взлетаю, сразу взлетаю. Кто не успел, тот опоздал. Прощайте. Я полетел. Вот это кабан, здоровый вертолет. Ого, их там. А что ж я взял вертолет, у меня нет ракет. Вот идиот. Сиреноголовый. Я убил его. Это, короче, вертолет самоубийц. Короче, ребята, давайте сейчас, короче, возьмем вертик. Где есть у него ракеты? Я ракетами зафигачу, по-любому. Вот, вот с ракетами. Все, ракеты есть, ракеты есть. Я полетел, пацаны. Летим. Война. Ой, я ударился. Ой. Ой-ой-ой. Пацаны, что-то мне вертолет клонит. Да ё-моё. Есть, есть, есть. Наконец-то. Я взлетел, я взлетел. Я взлетел. Вот, сиреноголовый, вижу. Убил? Не убил. Нет. Сиреноголовый рядом. Воу-воу-воу. Красиво, красиво, красиво. Чего вы на самолете пытаетесь? У вас место разгонное место. Я сейчас, короче, сделаю камикадзе-убийцу. Вот. А чё я вас убил-то? Ай. А почему ты меня убил? Короче, ребята, просто летим к ним, десантирование. Я взлетаю. Все, летим, десантируемся к этим челикам. Да подожди, не... стой. Все, сажусь, 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 стой. Я же профи, ты что, не знал? Сейчас как сожмешься. Ну вот, смотри. Вот это мега взрыв. Ой, извини, извини. Friendly fire, friendly fire. Кто это делает? Ой, меня что-то клонит. Несколько раз. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, я летю. Десантирование происходит успешно. Это было близко. Это было близко. А, меня сожрало. Сожрали? Да. Это да. Очень опасная зона. Готовы? Пролетел самолет и просто сбросил 5 бомбочек. 6, ну 7. Ну-ка, умрите.
Димас, это слабо. Слабо? Давай, короче, есть у меня другая бомбочка. Называется Giveaway. Сейчас усилится настолько взрыв. Мне кажется, они сейчас все умрут, ну что будет реально мощно. А, не. Да а почему? Мас, давай сразу атомную. Да почему так конч? Не, атомную не хочу. Ладно, давай. Хорошо, давай перед атомной вот эту. Все-таки это точно сработает. Это ты бросил? Не надо, не надо пока. Пока не надо. Летят, летят, я летят. Так пошутил. Красивый взрыв? Даже кого-то убил, да. А почему они живые? Я все-таки думаю, атомные им нужно. Нет, им надо просто бомба, которая реально их убьет. Сейчас мы сначала их наложим, и они ходят. О. Сразу замочило? Да. О, мне это нравится. Ого. Хорошо. Хотите, давайте сделаю просто красивый, мощный взрыв. Не более, просто будет красиво. Но для этого я рекомендую очень далеко отлучиться. Ребята, я не ручаюсь, у кого слабый компьютер, вылетит Гаррисмод. Гаррисмод вылетит, сразу говорю. Не вылетело ни у кого? Нет. Вот нормально, да, запилил взрывчик? Это вообще офигенный был взрыв, это красиво. Давайте красивее сделаю. Ой, ребята, сейчас точно должно вылететь. Слышь, даже до сих пор вода вам падает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, далеко летим. Опять мне самолет отлетел. Ты уже всех походу убил. Вылетело? Нет. Вот вы молодцы. А вот него, это там взрыв. Компьютер. Эпический мега взрыв. Радиация есть еще. Ну конечно, смотри, сколько воды в воздухе летает. Офигеть. Или это дым? Нет, это вода. Хорошо, последний мега взрыв и все. По многочисленным просьбам, еще один взрыв. Только в другой части ка. Не, давайте тут все-таки тут вода интереснее взрывается. Ой. Ого, на воздухе взорвалось. Красиво, да, смотри? Да, словно звезда какая-то, слушай. Офигеть. Ого, кольца какие. Смотрите. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!